Я, Короткая Полина, студентка промышленного экономического колледжа Государственного гуманитарно-технологического университета. Проживаю в Московской области, город Ликино-Дулево. Вашему вниманию представляю отрывок из пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры. Монолог Маши». Мне хочется каяться, милые сестры, томится душа моя. Покаюсь вам и уж больше никому, никогда. Скажу сию минуту, это моя тайна. Но вы все должны знать, не могу молчать. Я люблю, люблю, люблю этого человека. Вы его только что видели. Ну да что там, одним словом, люблю Вершинина. Что ж делать? Сначала он мне казался странным, потом я жалела его, потом полюбила. Полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками. Глупая ты, Оля, люблю. Такая, значит, судьба моя, доля, значит, моя такая. И он меня любит. Страшно все это, да? Нехорошо это. О, моя милая, как-то проживем мы нашу жизнь, и что из нас будет? Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, все это так старо, все так понятно. А когда сама полюбишь, то понимаешь, что никто ничего не знает, и каждый должен решать сам за себя. Милые мои, сестры мои, призналась вам, теперь буду молчать. Буду теперь как гоголевский сумасшедший. Молчание, молчание.